В Нефтеюганске воруют крышки канализационных люков. Причем ситуация приобрела масштабный характер. Случаи воровства фиксируют каждый месяц. И вот буквально на днях похитители унесли 8 крышек. Неизвестно, как злоумышленники справились с таким тяжелым грузом. Ведь одна чугунная крышка весит 50 килограммов. Предположительно, металлические изделия сдают в пункты приема Чермета. В городе больше переживают за последствия таких действий, ведь в открытый люк может угодить человек, заехать машина. За подобную кражу можно получить до 2 лет лишения свободы, а если кто-то пострадал, наказание будет жестче. Кстати, сотрудники полиции периодически проверяют пункты приема металла, обращая внимание на чугунные крышки.